Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу сделать обзор раскраски Райана. Маленькие фантастические создания. Сразу скажу, что изначально это был такой сборник иллюстраций без прошивки. Это я сама отнесла в копицентр, заброшюрировала, попросила, чтобы мне добавили такую картоночку. Спрессованный картон, по-моему, называется. И также мне заламинировали первую вот эту страничку, как обложку. Изначально это все было в аккуратненьком таком пакетике, перевязано ленточкой яркой малиновой. Также была вот такая вот штучка. Вот она, по-моему, сзади была. Или нет, это, наверное, спереди была. Сзади была просто информация какая-то. Также в комплекте идет закладочка и три открыточки. Вот так мы с вами сделаем. Такая вот с подсолнухами девочка. Ангелочек очень милый. И мальчик со скрипкой, я так полагаю. Ну, полагаю, что мальчик, я имею в виду. Вот, это такие бонусы, допы к самой раскраски. Значит, на вот этой первой страничке у нас был автограф иллюстратора и также пожелание от него, подпись. Очень приятно. Вот, и сейчас у меня это все заламинировано, поэтому ничего не сотрется, не помнется. Это останется на память. Значит, смотрим сами иллюстрации. Они безумно-безумно красивые. Все выглядит просто потрясающе. Все выполнено в таком стиле грейскейл. Мне кажется, маркерами будет отлично раскрашивать, потому что тени уже очень сильно заданы. Вот, ну, конечно, если вы любите карандаши или акварель, то я думаю, и карандашами, и акварелью здесь будет потрясающе раскрашиваться. Бумага здесь очень-очень плотная, раскраска получилась толстая. Я вам чуть позже это покажу. Вот, написано, что здесь 27 иллюстраций, но в комплекте также отдельно была вне раскраски. Вот последняя картинка, и я не совсем поняла, она как в подарок положена или как это вообще так произошло. Вот, но у меня получилось 28 картинок. Иллюстрации здесь просто изумительные. Я не знаю, мне очень понравились сами картинки. Кстати говоря, забыла сказать, что ну, саму раскраску, сам сборник я заказывала в Артнаре у Юлии. Ссылка будет в описании. Вот, и ну, потом самостоятельно прошивала, потому что когда мне пришла посылка, я как-то не ожидала, что это будет не раскраска, а именно просто сборник иллюстраций. Поэтому обязательно учитывайте. Такие плотные листы, что кажется иногда, как будто 2-3 картинки сразу перелистнула. Но нет. Но бумага, она прям очень плотная. Я не нашла информацию по граммовке. Но я даже вот не знаю, у меня нет раскрасок с такой плотной бумагой. Портреты, конечно, они просто шикарные. Мне очень хочется попробовать на самом деле и раскрасить какой-нибудь портретик. Вот, но пока не знаю, пока боюсь испортить такую красоту. Здесь новогодний шарик елочкой. Такая тоже картиночка. Безумно хотелось бы как раз к Новому году ее раскрасить. Ну, посмотрим. Вот, вот эта последняя иллюстрация, она как, так понимаю, из другой раскраски, потому что у него вышло две, насколько я понимаю, книги.
ну, не книги, а два издания, так скажем, разных. И я вот выбрала себе вот этот с все-таки больше маленькими девочками. Как-то дети меня больше привлекают в плане раскрашивания. Умиляют, что ли. Так что да. Ну, я будущий педиатр. Мне нормально любить детей. Вот такая у нас красота. Пишите, как вам раскраска. Как вы вообще относитесь к таким изданиям не прошитым, например? Вот, ну это было все. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.